Японская мудрость всегда привлекала западные умы, и в настоящее время эта тенденция также сохраняется. Возможно, причиной тому является сама культура японского народа, его философия и корни той подлинной духовности, в которой человек живет в гармонии со своим внутренним миром, с природой и с себе подобными. Японская культура восхищает нас еще и потому, что отчетливо представляет, как противостоять трудностям, как научиться чувствовать себя счастливым и радоваться самым простым вещам, как дух должен жить в гармонии с окружающим миром. Эта идея у японцев очень сильна, да взять хотя бы их огромное уважение к пожилым людям.